Всем привет! Сегодня такой вот спринтер 316 на Ксеноне, в хорошей комплектации, парктроники, туманки, завышен, нет занижения клиренса, вот, омыватели фар. Автомобиль не крашен, как мне сказали, верю. Так, резина новая, походу. Так, что тут у нас? Запаска на месте. Сзади подножка, камера, все на месте. Магниты отбрасываются. Так, ну. Буда. Пол. Ничего не крашено вроде. Пол не крашен. Хорошее состояние. Двери. Сейчас заведем. Двери закрываются хорошо. Так. Стараюсь все посмотреть. Вставать не буду. Так, 15-й год. Цена 19 тысяч. Стартовые. Так. Сиденье двойное. Вот у всех идет тумбочка. Так. Большой плафон. Датчик света. Дождя. Датчик дистанции. Вот это. Датчик по полосам. Парктроник. И мертвые зоны. Вот это все на месте. Очень хорошая комплектация. По стеклам 15-й год. Сейчас заведем, послушаем. Так что звоните. Так. Пирожки, беляши. Заведем. Завелся как часики. В автомобиле не курили. Так, круиз есть. Открываем капот. Все как просили, показываю. Открыл, закрыл.
Двигатель работает хорошо. Такой вот сегодня автомобиль. Если понравилось, пишите, звоните. Вот. Всем пока и до новых встреч.